За 10 секунд попасть в цель и набрать максимум очков, не больше минуты на каждое упражнение. На турнире условия стрельбы снайперы узнавали только перед самым заданием. На соревнованиях в Венгрии лучшие результаты показал кубанский стрелок и стал абсолютным чемпионом мира. Причем уже двукратным. На этих же стрельбах в 2008 году он уже занимал первое место. Быть первым, говорит Алексей, помогает не только опыт, самоотдача, терпение. Половина успеха – это хорошее оружие. Поэтому собирается оно специально под каждого снайпера. Все мои пожелания в изготовлении этой винтовки, то есть длина и контур ствола, были учтены. По боеприпасам могу сказать, что боеприпас мы собираем каждый индивидуально. То есть подбираем его кучную скорость, выбираем вес и параметры пули для достижения оптимальной характеристики. Выстрел должен быть рассчитан по миллиметрам. Даже небольшая ошибка непоправима. Снайперы каждый день между жизнью и смертью. Именно это условие помогает им хладнокровно выполнять задания и остаться в живых. Подготовка снайперов – это целая наука, о которой, правда, нет ни одной книги. И этой профессии невозможно научиться в университете. Стать снайперами могут единицы, только избранные. Нужно терпение, труд, самоотдача огромная, потому что снайпер работает в очень тяжелых условиях боевых, может лежать несколько суток на холоде, на жаре, неважно как. То есть, и в конце концов он должен единственным выстрелом выполнить свою задачу. В спецназе ФСБ Алексей служит уже 17 лет. О том, чем он занимается, знают только самые близкие люди. Для остальных он скрывает свое лицо по понятным причинам. Даже при отсутствии боевых заданий ни одного дня без тренировок. Во всех отношениях снайперы – люди особенные. Хотя, как говорит Алексей, отдыхает он так же, как и все. Зимний отдых связан с катанием на горных лыжах, сноуборде. Летом, соответственно, это выезд, может быть, на природу, на рыбалку. Ну и стараюсь всегда навещать своих родителей, то есть уезжать в Волгоградскую область. Обменяться опытом снайперы в следующий раз смогут на Кубани. В сентябре под эгидой Краевого управления ФСБ России здесь пройдут 10-е международные соревнования среди снайперских пар подразделений спецназа. Съедутся стрелки с 5 континентов. А у кубанских снайперов будет еще одна возможность доказать, что они лучшие не только в России, но и в мире. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.